Здравствуйте! Вы на канале «Любимая дача». Меня зовут Оксана, Иркутский район. Сегодня 29 декабря. Мы на даче, готовимся к Новому году, стряпаем новогоднее печенье. Мы его всегда много стряпаем, мы его любим. И вот люблю очень рассматривать игрушки на нашей елке. Они у нас все разные такие есть. И новые, есть старинные игрушки. Мне очень нравятся керамические игрушки. Смотрите, какие у нас такой набор их. Они вот разные. Дед Мороз на лошадке. Вот такой дракончик. Вот сколько лет прошло. То есть этого дракона мы покупали на прошлый год дракона. И сейчас уже снова год дракона настает. Дедушка Мороз. Лошадка такая керамическая, довольно старые игрушки эти, но очень нравится. Медвежонок. Все игрушки у нас разные. Мы новогоднее печенье сейчас стряпаем. Вот испекли такие шарики из теста. Сделали помадку шоколадную, обваливаем в помадке, потом в натертых вафлях. Работа у нас кипит вовсю. Правда, беспорядок у нас, но ничего. Вот как у нас все тут трется. Четыре руки. А на диване у нас котик пригрелся у камина. Лёва приехал, мы ему сразу камин затопили, он счастлив. Печенье мы много всегда стряпаем. Целый конвейер у нас тут. Один помадку делает, другой посыпку делает. Вот настряпали, вынесли на улицу все печенье. Надо его заморозить. А на улице минус 4 градуса. Мне этот прохладильник рассказывала, что там храним все. Женщина спросила, говорит, а если оттеплит? Ну, я, знаете, вот такой зимы, как нынешняя, честно говоря, не помню. Было минус 30, минус 40, минус 37, а теперь 2 градуса, 0. У нас в Сибири так редко бывает, что прямо вот 2-то градуса было на Новый год. Ну, не знаю. Вроде в холодильнике то, что замерзшее, то, что в минус 40-то замерзло, оно, я посмотрела, там держится. Ну, замороженным. А так-то на улице вообще совсем тепло. Конечно, хорошо, когда тепло так на Новый год. Все в снегу, все в огоньках у нас. Вот. Сейчас вот этот стол надо завтра прибрать еще. А так красиво. Тишина такая, не ветерочка. На улице прелесть погода. Домик наш весь светится огоньками. А иду. Завтра будем снег чистить. Белка как прыгает с дерева на дерево. Там в кормушке белка сидит. Сидит, ест там корм.
А сегодня уже утро 30 декабря. Доброе утро всем, предновогоднее. Столько следов у нас на участке, везде кто-то ходит. Кошки, собаки чужие, когда нет никого. Все истоптано, белки, конечно. Я вышла снег погрести. Немножко с теплиц, как обычно, я сбрасываю снег. Обязательно. Кто будет новые теплицы делать, делайте крышу домиком, тогда сбрасывать не надо будет. Ну и кидаю заодно в теплицу, закрываю, кидаю. Для чего? Я не люблю, когда земля голая, земля должна быть укрыта всегда. И плюс весной у меня, я рано высаживаю помидоры, рано сею зелень. В конце марта начинаю сеять редиску. Как только снег растает, земля будет очень напитанная, очень влажная. И этой влаги мне хватит, чтобы не поливать. Ну, пока в бочке какая-то вода не будет набираться. Почистила немножко здесь парковку, как смогла. Так, машинами, когда на снег заезжаешь, потом плохо от плитки очищается. Здесь вот такой красивый вид. Это у нас такой хозяйственный домик здесь. И, ну, первая постройка на участке. Соседская елка и наши вот эти красивые елки там. Здесь такой сказочный прямо вид зимой. Когда елки в снегу, смотрится все. Большой сугроб уже намели. Парковку чистим. А здесь под навесом наши игрушки стоят. Да, почистила снежок. Теперь здесь надо немножко почистить. На улице хорошо. Подписывайтесь на мой канал. Всех с наступающим Новым годом. Всего доброго. До свидания.